Игрок набил трофейную смоку за 2 месяца. Это что-то нереальное. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И в сегодняшнем ролике вместе с вами, как, наверное, уже многие понимают из названия видеоролика, поговорим о трофейной смоке, которую игрок набил за 2 месяца. Да-да, друзья, смока, которая появилась буквально 2 месяца назад, уже была набита игроком. Но обо всем по порядку. В свою очередь, обязательно не забывайте видеоролик поддерживать активностью в виде пальчика вверх. Также делитесь своими комментариями после просмотренного видеоролика. Ну и, конечно же, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну и не забывайте делиться со своими друзьями, потому что есть те ребята, которые интересуются по поводу трофеев. Ну и, конечно, возможно, сами в дальнейшем отталкиваясь от информации уже, да и сами начинают набивать. Также, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде. Присоединяйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, уже переходить, как я ранее показывал, к скрину. Да, у нас есть игрок под никнеймом Конфаку, который набил уже на смоке тот самый трофей. И, наверное, некоторые из вас задаются вопросом, а кто это? Скорее всего, из вас никто его не видел, включая меня, потому что я, в свою очередь, провожу участника в игре «Время». Тем более, в основном это набивается в Джиггернауте. Но такого игрока я не видел. А знаете почему? Потому что игрок, который набил данное устройство в китайской локали. Да-да, друзья, в китайской локали есть игроки, которые до сих пор играют. Я, честно говоря, в какой-то момент думал, что у нас уже локали объединены, то есть как раз-таки общая локаль. Но нет, есть игроки, которые там продолжают играть. И видать, возможно, поскольку там не так много игроков, которые играют, и предполагаю, что баланс там напрочь отсутствует, то есть сравнительно с нашей игрой, там наверняка проблем с этим много, поскольку игроков там гораздо-гораздо меньше играет, чем у нас. И, наверное, этим игроки как раз-таки пользуются, набивая те самые трофеи, один из которых мы сегодня с вами как раз таки оценим. Огромнейшее спасибо нашему зрителю, и даже не одному, потому что многие ребята мне писали о том, что Мишаня, держи скриншот, даже некоторые написали примерные параметры, узнав у этого игрока, на что же данное устройство способно, пенник, для которого нужно бить целых 5 миллионов очков. Давайте, наверное, начнем с того, что у данного устройства отсутствует вовсе те самые недостатки, по словам как раз таки игрока, который получил, и наших зрителей. Ну и преимущество, которое не одно, это у нас в первую очередь сила удара плюс 50%. То есть эта смока у нас чем-то схожа с тем самым устройством, которое называется штурмовая смока. То есть параметры немного даже завышены относительно этому устройству, которое позволяет вам даже иметь еще дополнительные преимущества относительно этому устройству. Также скорость снаряда плюс 200%, которая имеется у данного устройства. Кстати, кому будет интересно, как раз таки на втором канале мы с вами как-то обозревали ту самую штурмовую смоку. Если будет интересно примерно представить, на что же она способна, обязательно можете перейти на наш второй канал, подписаться, ну и, конечно, посмотреть тот самый обзорчик. И не только, потому что обзоров там выходит достаточно немало. Так вот, дальше у нас параметр идет при зарядке. То есть первых 3 параметра у нас как раз таки схожи с той самой штурмовой смокой, на которую можете заглянуть уже на нашем втором канале. Кроме сил удара, сил удара тут даже на 15% больше. А четвертый пункт — это критический урон, который присутствует, потому что у штормовой смоки, возможно, даже и нету. Может быть, в комментариях вы мне обязательно об этом напишите и поправите. То есть мы в этом случае, конечно, имеем возможность хорошую комбинировать это с каким-нибудь хорнетом, либо же диктатор. А в целом, конечно, можно с чем угодно. Ну и, конечно, последнее у нас преимущество — это с дальностью у нас урон не понижается. Потому что кто играл на смоке, наверное, понимает, что с дальностью, к сожалению, урон сильно
проседает на некоторых как раз таки вооружениях. Это часто можно заметить на больших картах. К сожалению, поскольку это китайская локаль, а наши зрители не играют там в большинстве своих случаев, то у меня нету никакой пока возможности с вами поделиться как раз таки видеороликом, да, видеороликом с тем самым возможным матчем, либо же результатом игрока, который уже данным устройством обладает. На вашем экране информация это была на протяжении видеоролика не совсем с Википедии, это для того, чтобы проще было просто воспринимать информацию, поэтому на Википедии ее можете не искать, но вот тем игроком, который уже получил данное устройство, как раз таки с нашими ребятами поделился, я уже вам рассказываю. Поэтому в свою очередь, друзья, обязательно, кому будет не лень, посчитайте, сколько же нужно набивать на протяжении 2 недель ежедневно в нашей игре очков, дабы по итогу получить то самое устройство Феникс на пушку Смоки. Потому что это что-то нереально, друзья. 2 месяца. Игрок, наверное, просто, ну, как минимум по полдня в день сидел, проводил время. Я, конечно, не представляю, что в китайской локали творится, в том самом матчмейкинге, как они набивают, в Джиггернауте или в других каких-то режимах. Но наверняка дела там, конечно, похуже в матчмейкинге, поэтому все дается гораздо проще. В нашей локали пока такого игрока нет, но, возможно, в скором времени появится. Кто его знает, возможно, среди наших есть подписчиков игрок, который знает тех самых ребят, которые набивают на это вооружение как раз таки тот самый трофей, а может быть и на других. Поэтому, друзья, если у кого-то есть, может быть, как раз таки трофей на аккаунте, либо же ролик с матчем, в котором вы встретили то самое трофейное устройство и на нем наглядно видно возможности данного устройства, то можете прислать мне в дискордик, либо же писать с той или иной информацией. Если этого будет достаточно, то я смогу записать видеоролик и поделиться с нашими зрителями. Поэтому, если что, переходите по ссылочке, которая есть в описании под этим видеороликом, на наш сервер, и, конечно, присылайте мне все это в личку. В свою очередь, обязательно данный видеоролик не забывайте поддерживать активностью в виде пальчика вверх, конечно же. Делитесь им со своими друзьями, знакомыми. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были первы на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.